Сингапуре уточнили позицию относительно токен-сейлов. Как сообщает CryptoNinjas.net, денежно-кредитное управление Сингапура МЭС пояснило, что оферта или выпуск цифровых токенов в Сингапуре будет регулироваться МЭС. В случае, если эти цифровые токены представляют собой товар, регулируемый в соответствии с законом о ценных бумагах и фьючерсах SFA. Это заявление МЭС появилось вследствие увеличения количества ICO в Сингапуре. Данное регулирование МЭС – это попытка контролировать риски, связанные с цифровыми токенами, возникающие вследствие анонимного характера криптовалют, в частности, отмывания денег и финансирования терроризма.